Сегодня первый день выставки Mopic Russia 2020. С вами retail.ru. У нас в гостях Даниил. Даниил, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам сегодняшняя выставка и какие планы у вашей компании на оставшийся год и на 2021? Выставка отлично. Единственный момент, мало людей. Вот в прошлом году был Modshoes, и выставка была до дальней стены. Вот сейчас в три раза меньше. Вот. А в остальном супер. Насчет вашей фирмы, есть ли какие-то планы? Планы грандиозные. Мы занимаемся разработкой и производством электронных ценников для ритейла, и, а также других цифровых решений. И мы планируем захватывать рынок, внедрять нашим заказчикам наши прекрасные решения и делать этот мир лучше. Спасибо за ваш ответ. С вами Retail.ru. Оставайтесь с нами.